Заплати и торгуй спокойно. В рейд к индивидуальным предпринимателям, которые не торопятся оплачивать административные штрафы, отправились представители муниципалитета и судебные приставы-исполнители. За нарушение правил благоустройства, незаконную торговлю и другие нарушения за первое полугодие было составлено почти 200 протоколов на сумму около 300 тысяч рублей. Изначально мы с отделом торговли выбрали, да, исполнительное производство, да, где не осуществляется оплата, да, то есть должник уклоняется об уплаты штрафа, да, и об уплаты исполнительного производства. То есть мы выезжаем на место, где осуществляется индивидуальная предпринимательская деятельность, и уже меры по исполнению документа. Зачастую тот нарушитель, который не имеет возможности расплатиться с долгами на месте, рискует лишиться личного имущества или товара.